День добрый. Есть новости. Поэтому я решил снять это видео и поделиться новостями с вами. Так, что у нас из новостей? Есть что рассказать и показать. То есть я начал работу на данный момент. Начнем с самого главного. Это с опасных бритв из стали кованой. То есть 4 уровня ковки у которых... У 10А марка стали, класс А. Вот так вот, после закалки они сейчас. То есть я ободрал лишний металл. Лишний металл, это вот так выглядит. Ой, не, резко все бежало, не показал. Вот. В принципе, бы сейчас бы мне их просто бы шлифануть, вогнуть их 85% клин. И остановиться на этом. Но я так подумал. Клин 85%, конечно, здорово. Для жесткой щетины это прям вдвойне здорово. А вот для некоторых начинающих, допустим, у кого щетина не такая проволочная, как, допустим, вот у меня, если своей не сравнивать, то 85% клин будет сложновато в пользовании. И то есть, думаю, как говорится, о вас. Больше мне некому думать, в принципе-то. Я решил сделать 1/4. Могу сделать 1/2 в легкую, но цена взлетит и прилично. И они в бюджетный раздел уже не смогут никак прям попасть. По сути, 1/4 это уже повышение цены. Поэтому там 4, там 4200, она уже стопудово просто не выйдет. Я так навскидку посчитал. Ну, в пятерину бы убраться, и было бы все хорошо. Прям вот все хорошо было бы. Ну, что показывает? Они, в принципе, все вот одинаковые. То есть, я не знаю, как бы. Тут чуть пошире, чуть поуже. Бритвки такие будут. Хотел сделать еще узкие, там, 5/8, к примеру. Но не буду. Потому что... Все эти выкорячивания, как говорится, там разной ширины из одной и той же заготовки, это уже не есть хорошо. Я люблю, когда заготовка заранее подготовлена под какой-то размер. Так все правильнее получается. Вот, то есть, вуаля. Это первая новость. Вторая новость, относящаяся, то есть, напрямую к первой, это то, что я когда был в Крыму, то есть, перед тем, как попасть, точнее, в Крым, я заезжал вот по этим же заботам, вот по бритвам в Белгород. Делал такой вот крюк в 500 километров. Но, как говорится, бешеные собаки, 500 верст не крюк. Вот, как бы это уже прямо вот про меня, я бы так даже сказал. Но для дела надо было. И там я прожил сутки. Вот, короче говоря... Разговорились с одним мужиком про то, про все, про жизнь. Там было на это время, то есть я полдня там шарахался, не знал, куда деться. И то есть дорогу выезжать было поздно уже, надо было с утра. А в общем, так вот как-то. Не буду сейчас вдаваться в подробности, я тоже стяну видео, прям караула будет сколько. И вот разговорились так и так. И он как раз тут весь такой, то есть щеки такие у него взъерошенные, то есть там вот, как будто драный такой. Я говорю, а чем бреешься? Ой, не буду я сейчас произносить, чем он бреется, а то многие скажут, о, я бреюсь, у меня все хорошо. Но, видимо, у него что-то не его, не подошло. Так, слово за слово, а он говорит, а ты чем бреешься? Я говорю, ну, может, покажется странным, я бреюсь опасной бритвой. У него глаза, конечно, круглились, ясно, это было странным. Туда-сюда поболтали, ладно. Вечером выхожу, то есть, покурить, погулять, полюбоваться городом. А там есть чем полюбоваться в Белгороде. Там отель находится так на горе, прям, то есть, обзор, та еще панорама. Все такое красивое. Вообще здорово там живут, в принципе, я вам скажу. Не как у нас. У нас все как-то скудно, кругом все выглядит.
И вот он меня встречает и говорит: слушай, а у тебя говорит, нет с собой бритвы? Я говорю, нет, я говорю, только одна ИЗУ-8, причем с легким браком. Вот я и взял ее, чтобы бриться самому. Короче говоря, он мне ее выпросил. Выпросил он у меня ее, забрал, остался без бритвы. Поэтому под конец отдыха в Крыму я один раз побрился станком одноразовым. Ну, конечно же, пару ласковых я вставил во время процесса. Очень для меня дико было это вообще весь этот момент. Побрился так себе хреновенько. И поэтому даже немного пожалел, что я вот купился на это дело и отдал бритву. Ну ладно, сделано, сделано. Что теперь? Так вот, мы как раз тут поговорили, он мне тут контактные данные свои дал, я ему свои. В итоге звонит он мне вчера и говорит: так и так, мол, был у тебя, говорит, на сайте, хочу, говорит, две бритвы. Для себя и для друга. Друг тоже загорелся таким желанием, посмотрел, как он бреется. А бреется он всего лишь опасной бритвой. С тех пор, как вот она у меня в руках появилась, всего лишь говорит, 6 раз. 6 раз уже неплохо, очень даже получается. Очень даже неплохо. То есть, когда я начинал бриться, я дольше мониторику рук, то есть, подгонял. В итоге он мне заказал две бритвы. И за счет вот этих средств я... Ну, не хватило, конечно, тут опять вваливал. Вот эта работа теперь у меня пошла. То есть, наконец-то сдвинулся с места, и я прям вот сегодня счастливый человек. Я сегодня делаю то, что я люблю делать. Вот. Также сегодня надо мной посмеялись крепко. Я тут на обед заезжал. Тоже туда-сюда поговорили и сказали, мол, как так? Ты же... У тебя же есть все, чтобы иметь деньги. А ты нищенствуешь, как последний бомж. Ну, не, ну, это уж преувеличено, конечно, но так. На ха-ха тут было сказано. Вот. Перебиваешься постоянно туда-сюда. Говорит, как же ты продавать, что ли, не умеешь? Я говорю, вообще не умею. Вот продавец из меня, конечно, говорю, вот на самом деле, ну, никакой. Продавец должен уметь хвалить свой товар. Я не умею. Мне удобнее, когда его хвалят пользователи. Или не хвалят, к примеру, даже. Я тоже только за. Поэтому я не умею хвалить товар, поэтому я не умею его продавать. И я его поэтому не продаю. Вот. По этой же причине я, пожалуй, уберу с сайта вот на неделе раздел товара недели. И больше его не будет. Буду так жить. Продал? Продал. Не продал? Не продал, значит, никаких этих таких делов. Потому что, допустим, у меня вот никак не могу накопить деньги на то, чтобы работать вот с новыми бритвами, а я валяю там по червонцу только так на скидку уфигачиваю. То есть, как бы, мне сказали сегодня, что я очень неразумно поступаю. Я решил послушать, потому что я вижу, что я не понимаю, что делаю. Потому что я говорю, торгаш из меня вообще никакой просто. И решил прислушаться. Может, мне это поможет. Мне всего лишь нужно, чтобы постоянно шла работа, чтобы я постоянно был занят, чтобы я не тошнился, не метался из угла в угол и не знал, чем заняться. Это для меня хуже нет. Ну вот как бы все. Чувствую, я уже затянул это видео. Ладно, надеюсь, что сегодня еще покажу. В 1/4 вот эти заготовки. Все, перекур затянулся конкретно. Стоп на данный момент. Но я сегодня, считаю, много работы успел сделать. Это по-грубому вывести. По-грубому, то есть там еще много доводить, выравнивать и много чего. Но сейчас уже они имеют все-таки уже, пускай по-грубому, но 1/4 вогнутость. Вот так вот.
Вот по-грубому, это прям вот совсем по-грубому. Прям вот. То есть тут еще работать и работать над ними. Очень много работы. Давайте буду так прям показывать. Вот это 1/4. Все, конечно, грязновато, крепко прямо, но не придумываю, чтобы приукрасить. Тут много еще чего, много шлифовки, она много еще сюда вот сойдет. То есть много тут, ну, везде много. А уж по обработке так в кругаля, так это вообще. Своеобразный звук. Да, у всех сделал понтовый заков. Понтовый заков. Чтобы кто берет, к примеру, уже имея немецкую бритву, не чувствовал себя ущербно. Вот эти вещи. То есть будут присутствовать. Может, кому-то это не хватает. Вполне такой вероятности допускаю. Да что ж ты. Опс, опс. Вот так вот. Ну, в общем, они все такие вот, с такой геометрией. И самая звонкая у нас вторая. Все правильно заметил. Ох, как поет. Но я уже говорил в предыдущих видео, что это же может ее и убить во время шлифовки. Так что тут тоже не всегда хорошо, когда вот такой уже полноценный звон еще при грубой вот такой вот шлифовке вогнутости. Да, пахоты, конечно, нормально. 8 штук это уже перебор, я вам точно говорю. Это конкретный перебор даже для меня. Я привык пахать, но чтоб так... Ну ладно. Дело не в этом. Главное, что есть что делать, а это уже здорово. Да, я в предыдущем тут первом части видео сказал по поводу тут скидок, прочего, тут раздела этого... Брум-бум-бум. Товар недели. Вы не подумайте, что я что-то там пожадничал или что-то такого задумал. Нет. Я, в принципе, из тех людей, которые очень любят делать подарки. Я вот, понимаете, я просто вот люблю дарить, 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 дарить подарки. По максимуму. Но чтобы дарить подарки, должна быть возможность. То есть вот так вот. И приходится как бы идти против себя и делать как-то по-другому. Ну что ж. Не знаю, покажу ли я уже шлифовку. И сейчас хочу попробовать взяться, но уже сил не особо. Поэтому я тут еще в думках. Поэтому это видео может быть как вторым перед третьим, либо последним. Вот так вот как-то. Что ж, полностью заканчиваю сегодня все работы. Сам никакой. Станки никакие. Все кругом горячее. Подшипники перегрелись все. Но я все-таки еще произвел 3 перехода по шлифовке. Это еще, конечно, не край. Но все же, это уже можно назвать результатом. Вот так вот. Добавилось голоса клиночком. Не показал, или надо ли. Ну, более тонкая, но все же 1/4. Вот так вот. Где же там у нас резкость?
по-быстренькому давайте. В принципе, одно и то же. Поют по-разному. Какое-то вообще не певучее. Ну, значит, за него нечего переживать, наверное. Основное певучее. Или что? Нет, кромка четко идет. Значит, нечего за нее переживать. Тоже очень жестко кромка подведена. О, хороший звук. Жесткий дзынь. Тоже. Вот тут где-то есть бритовка. Вот это вот. Вот видите, наверное, там гуляет свет. Это может закончиться очень плохо. Может быть и ничего, конечно. Я знаю, как это дело жесткости придать. Я попробую это сделать. Вот. Хотя уже первые признаки, что и кирдык вот-вот придет. Ну, посмотрим. Не такие еще вещи вытаскивал. Все. А так, в принципе, на сегодня все. Посмотрим, что в следующий раз я смогу сделать, что, точнее, успею сделать. Вот теперь тут точно. Стоп, камера, как говорится. И увидимся. До свидания всем.